Соглашение о сотрудничестве, которое подписали архив и общественная организация «Волонтеры Победы», будет направлено на продвижение информации о Великой Отечественной войне. Стороны займутся пополнением архивного фонда новыми документами и поиском участников тех событий. И вот сегодня мы решили объединить наши усилия, несмотря на то, что у нас уже достаточно долгое время проходит плодотворное сотрудничество, но тем не менее в рамках реализации послания Федеральному собранию президента Российской Федерации и в том числе и для распространения подлинного исторического знания о событиях Великой Отечественной войны мы сегодня подписываем соглашение. Государственный архив новейшей истории хранит многочисленные документальные свидетельства участников Великой Отечественной войны. Они позволяют представить военную историю Ульяновской области. А организация «Волонтеры Победы» занимается как раз распространением информации о войне. В этом году активисты продолжат проект «Моя история», а вся собранная в это время информация будет передана в архив. Проект «Моя история» выходит на новый уровень. Мы будем помогать школьным музеям, школьным архивам цифровать документы, которые там есть. Соответственно, вот сейчас он находится в разработке, этот проект уже положен на бумагу. И в ближайшем будущем, так скажем, инсайдерская информация, этот проект идет в регионы, и все наши региональные отделения будут работать уже со школами, и эта информация будет передана в архивы. После подписания гостям архива была презентована фотодокументальная выставка «Герои Сталинграда». Экспозиция включает документы ульяновцев, участников Сталинградской битвы, сохранившиеся в фондах архива новейшей истории, фотографии, воспоминания, наградные документы и другие материалы.